ребята! Сегодня мы с питомцами будем открывать тролли из Пятерочки! Лиза и питомцы! Ну-ка, давай показывай, какие у нас там есть покупки. У нас есть карточки. Вау, целая куча. 10 штук. Ой, они все одинаковые, да? Да. Мы уже одну открыли, и там была вот такая переливашка. Такая прикольная. Мы еще не знаем, как тут кого зовут. Угу. Мы еще не смотрели новый мультик. Мы сейчас будем открывать и впервые вместе с вами, ребята, будем смотреть. Что, начнем с карточек? Да. Нет, давай сначала вон с той большой. Что это такое? Это ищи игру внутри. Карамель тоже заинтересовалась. Большая какая-то упаковочка. А мне кажется, что тут может надо будет использовать карточки. Нет? Ну давай открывай. Там потому что как будто какой-то боксик. Сюда показывай, пожалуйста. Так, это что? Это уже, наверное, игра. Так, это постер. Постер. Ух ты, какой клёвый. Ну-ка, поближе. И сзади что-то... Игра, что ли? Как крестики-нолики. Ой. Это крестики-нолики. Думаешь? Считаем баллы. Вау, здорово. Коллекция! Ну-ка, показывай. Вот у нас риф есть. Тут написано. Это для карточек? Да. Вау, прикольно, слушай. Так много. Вот у нас вот этот есть чудик? А, вот риф. Он, да? Да. Риф. Ух ты, ну-ка. Вверх ногами. Вот так надо вставлять. Вау, здорово. Докажи. Классно, давай тогда будем открывать. Всех по очереди. Главное, чтобы не было повторок. Тафи тоже поинтересовалась, да? Тафи, смотри, какая штука. Видишь? Нравится тебе? Тафи. О, она выбрала. Вот это? Молодец, Тафи. Тоже принимает участие. Так, и... это что-то новенькое. Сейчас посмотрим, Тафи, насколько ты везучая. Повторка или нет. Ух ты, какая прикольная! А, близняшки! Сатинка и Синелька. Здорово! Тафи, ты видала? Тафи. Вставляем. Тафи, вот какую? Вот это? Что, она будет такая же? Или будет вот такая? Или ты просто нюхаешь? Упс. Упс. По-быстренькому, по-быстренькому. И? Тиролекс! Король Тиролекс! Какой клёвый. Тын-тын-тын-тын. Следующий. Давай Мурку попросим выбрать. Мура! Мурка! Иди сюда. Мурка будет у нас выбирать карточки. Вот это. Думаешь? Ну, давай. Мурка, ты везучая или нет? И? Повторка? Мурочка, что ж так? Первое самое. Давай еще одну Мурку проверим. Мурка, давай выбери не повторку. Не хочет. Ну, давай Тафи. Выбирай. О, молодец! Хоть бы не повторка, Тася. Мурка, Мурка. Так, это что-то новое, я узнаю. Вот такое не было еще. А там с другой стороны у всех... А, вот, тут с другой стороны. Розочка! Ух ты! Тут две разных розочки. Да, там две разных розочки. Одна такая крутая рокерша, а это обычная, которую мы уже знаем. И у нас уже 4. И одна повторка. Одна повторка. А всего сколько карточек? 4 на 6? 24 штуки. Тафи, давай, ты везучая очень. Выбирай. Тафи, на, бери. Она не хочет, наверное, там все остальные повторки. Не хочу. Выбирай. Вот это, да? Мурка,
заинтересовалась игрой. Скажи, как там что-то играть? Что-то новенькое. Как же тут играть? Колоду туда нужно крошка. Ставить. Крошка! Крошка, показывай. Кроха. Крошка-стилачка. Ой, такая маленькая. Вставляем. А, уже 5. Уже 5. Еще нам нужно открыть. 3 штучки. 3 штучки. Убирай, Тафи. Тафи, как уберем? Тафи, смотри, вот здесь. Какую берем? Выбирай. Какую? Давай лапой, Тафи. Дай лапу. Давай лапой. Вот ты, ты молодец. Какая умная собака. Такая умная. Молодец. Что-то новенькое. Малыш, что ли? Нет, здоровяк. Здоровяк. Ой, какой хорошенький. Он все время со своим этим малышом желтеньким. Его зовут мистер Динклс. Тафи тоже хочет посмотреть. Кого выбрала? Где он тут у нас? Вот. Мы собрали целый ряд. Ух ты, они по цвету, смотри. Вот этот ряд, наверное, весь сиреневый. Не, наверное, а уже точно. Этот наверное, весь красный был, этот голубой. Ой, вот это мой любимчик Купер. И вот его друг. О, друг? Да. Я думал, подружка. Из рокеров. А вот он, мистер. Ага. Это прикольный брюлик. Ой, еще какой-то пушистик. Вот королева. Ой, королева. Вот розочка. Рокерша. Рокерша. Тафи. Давай лапой, Тафи. Выбирай лапой опять. Тафи, лапой. Вот здесь, Тафи, лапой выбирай. Какую взять? Ну? Давай, показывай. Лапой. Лапой дай. Скажи, давайте уже какую-нибудь, да? Скажи, 2 всего осталось. Что вы тут устроили? Так, не надо тут мусор. И? Цветан! Вау! И второй столбик сиреневый тоже. Ну, тут этот фиолетовый столбик будет. Покажи. Или нет? Одинаковый. Одинаковый? Может, это просто совпадение. И давай еще одна осталась. Хоть бы повезет, хоть бы повезет. Хоть бы повезет, хоть бы повезло. Хоть бы повезло. Новенькая. Алмаз. Алмаз? Алмаз. Ой, тоже на фиолетовом фоне. Ха-ха, он лайки показывает и танцует. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Это означает, чтобы ребята ставили лайки. Лайк-лайк. Тин-тин-тин-тин. Вот он. Вау, у нас прям 6 штук подряд. 6, 8 штучек. И 9. А 10 должно быть. 1, 2, 3, 4. Ты уверен, что 10 должно быть? Да. Значит, еще где-то одна потерялась. Тут где-то у нас за коробочкой, посмотри. Ага, точно. И? О, красный, ух ты, кто это? Так, это вот это. Королева? Рокс. Королева Рокс. Королева Рока? Я думала, это мальчик. Рокс. Королева Рокс. Смотри-ка, нет, тут получается, будет, наверное, вот так красно. Оказывается, в эту игру можно играть, когда мы соберем все 24 карточки, целую колоду. Поэтому пока что играть в нее не можем. Посмотрим, какой прикольный постер. Угу. Троллей на гастролях. И давай покажем. Он у нас уже есть. Маленькая. Розочка. Розочка, которую нам досталось. Ой. 5 Тафи очень она понравилась сразу же. Тафи хочет ее себе в игрушечки забрать. А мы не даем. Потому что у Тафи есть свой чудик. Скажу, это старый. Скажу, он неинтересный. Хочу вот эту лохматую. Тафи, кого ты выберешь? Ну, конечно, вот розочку. Бери что за глупый свою. Вопрос? Тафи, на вот эту. Она обижается. Ты не хочу эту, хочу вот эту. Ну, да, я чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Вот, скажи, я ее положу к себе.
и буду грызть. Не надо, Тапа, не надо. Давай ее в карамельки посадим и покажем, что мы еще нашли в Пятерочке с тролликами. С тролликами. Так, что тут у нас есть? Листик. Ну, это понятно. Конфетки. Конфетки жевательные. Конфеты жевательные. А внутри есть игрушка? Нет, нету. Нету. А карточки нету тоже? Нет. Ну, давай откроем. Так хорошо смотрится. Так хорошо. Нет, нету карточки. О, просто такие конфеточки. Ага. Ну ладно, давай дальше. Что еще есть? Так, леденцы. Леденцы. Ну хоть один давай откроем тоже. Вдруг внутри карточка. Не видно. Не видно? Очень жаль, если ее там нет. Ну, конфетка, может, там троллик. О, Тафи, скажи. Какая-то вкусная. А, просто круглая конфета. И какая хитруша. Сразу. Пахнет карамелькой. Карамель тобой пахнет. Тобой пахнет карамель. Где? Ты смотри, смотри, что творит. Тафи, собакам нельзя сладкое. Ну-ка, давай на место. Садись. Давай я уберу подальше. И коробочка с хрустящими конфетками и с подарком. Подарком? Давай открывай. А, скотч этот. Я сейчас отодру. Опа. Конфеты радужные. Это что? Это что? Это настоящий тролльный конфеты. Магнитик. Вау, Тиролик. Магнитик. Тиролик. Конфеты, конфеты, конфеты. Настоящие тролльные конфеты. Все облизывает. Ну все. Прикольно у нас получился видеообзорчик. Так, тебе понравилось? Мне понравилось больше всего розочка, да, Тафи? Ребята, если вы собираете коллекцию троллей или просто любите троллей, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всем пока! Передаю привет Татьяне Муховой за рисунки моих котиков Кожика, Компота и Карамельки. Что такое?